Ответы на вопросы. 2.0. Пумп. 1. Зная новых авторов, проект они закроют только тогда, когда аудитория совсем опустует. 2. Не особо. 3. По пародии можно понять. 1. Веса 2. Не скажу. 3. Еще не знаю. 4. Это неуместно в видео. 5. Нету. 1. Навряд ли. 2. Пока что с датой мутно. 3. Не думаю, что они вообще будут. 4. Параша, могли бы сделать лучше. 5. Было. 6. Лето. 7. Я еще недостаточно профи, чтобы давать советы. 8. Восьмибитный. 9. Не думаю. 10. Обычный чел. 11. К сожалению, но у меня еще недостаточно часов просмотров, чтобы была партнерка. 12. Положительно. 1. Когда-нибудь. 2. Никогда. 3. Еще не определено. 4. Через комментарии. 5. Google в помощь. 1. Пока еще не знаю. 2. What? 1. Сначала у меня на Ава был просто Том в тени. Потом я решил сделать из этого своего перса. Просто чувак с головой, которая будет в тени, но с другим телом. Ну еще и с бабочкой. 2. Через комментарии. 3. Прям нет любимой, но больше мне приглянулась серия про 8-битного. 4. Metal Family. 5. Захотелось разнообразить контент. 6. Существует много хороших, но не могу выделить прямо-таки лучшего. 7. Русский. 1. Много какие. 2. Уже отвечал. 3. Оранжевый и фиолетовый. 1. Нормальный сюжет. 2. Любишь печки. Очень люблю. Печки. 3. Нет. 1. Бравлик. 2. Да. 3. Не очень. 4. Нет. 1. Не знаю. 2. Вбил в поиске ники для YouTube. 3. Неопределенно. 4. Это муторный процесс. 1. Metal Family. 2. Мой перс. 3. Сначала третьего. 4. Том. 5. Уже говорил. 1. Не знаю. 2. Не припомню таких. 3. Я не привередлив к еде. 4. Пока никакие, я сейчас сосредоточен, именно на пародии. 5. И то важно. 1. Нормально, но все же старое было лучше. 2. Да. 3. Да. 4. Очень высокоинтеллектуальные вопросы. 5. Необычно. 1. Да, много какие. 2. Долго перечислять. 3. Brawl Stars. 4. Мне за рекламу не платили. 5. Стать популярным в Ютубе. 6. Нет. 1. Нормально. 2. Да. 3. Спойлеры к роликам. 4. 50 на 50. 5. Снимать видео. 6. Да. 1. Уже говорил. 2. Да. 1. 3. 2. Да, но не имею любимого перса. 3. Не особо хорош. 1. Никогда. 2. Уже давно начал. Просмотри канал. 1. Сначала мне попался Арнольд в рекомендации, после чего я решил посмотреть похожее видео про эксперименты и наткнулся на Баба. На тот момент было начало третьего сезона. 2. Просто захотелось. 3. Никакие. 1. Можно было сделать лучше. 2. Том. Придумываю. 1. Не знаю. 2. Нет. 3. Этот никнейм мне больше всего приглянулся. 1. Хорошо. 2. Все видосы хорошие, не могу выделить лучшие. 3. Уже отвечал. 4. Нет любимой. 5. Нет любимчика. 6. Есть, брат. 7. 100к. 8. Metal Family ZB. Есть и другие, но это именно любимые. 1. Нет. 2. Нет. 3. Тоже нет. 1. Флипоклип. 2. Уже говорил.
3. 16. 4. Много каких знаю. 5. Норм. 6. Нет. 7. Полдиричтер. 8. Не скоро. 1. Ботом легче. 2. Я считаю это нормальным количеством. 3. Нет. 1. Лицо. 2. Не нужны мне бабы. 3. Персы с пародией. 4. У меня нет любимой еды. Нанять нормальных людей на работу над проектом. Любимого нет, но внешки бобов из третьего сезона мне нравится больше всего. 1. Уже говорил. 2. В будущем посмотрим. 3. Либо 16, либо 18. 4. Уже говорил, нашел в гугле. 1. Отвечал. 2. Уже говорил. 3. Нет такого. 4. Создал по фану. 5. Да. 1. Не очень. 2. Если реальный, то навряд ли. 3. Да, это часть моего контента. 16. Не скоро. Нет. 1. Нет. 2. Арнольд. 3. Отвечал. 1. Знакомьтесь, Боб. 2. Иди спинт. 3. Не думаю. 4. Да. 5. Кала. 6. Нету. 7. Да. 8. Да. 13. 1. Уже говорил. 2. Мак. 3. Нет такого. 4. Да. 1. Может быть. 2. Через пробу. 1. Уже говорил. 2. Да. 3. Уже говорил. 1. Мемы, пародия, короткие анимации, редко разборы. 2. Да. 3. На такое у меня фантазии не хватит. 1. Нет. 2. Нет. 3. Нет. 4. Не особо хорошо. Лайн. 1. Сложно писать словами. 2. Да. 3. Да. 4. Думаю, да. 5. Нет. 6. По-разному, если мем, то 2-3 часа дня. Если пародия, то месяц один или два, или даже больше. Если разбор, то неделя. 7. Вероятно. 8. Да. 9. Нет. 10. Нет. 1. Ради подписчиков ВК, АДС по фану. 2. Почти. 3. Я не вступаю в конфликты. 1. Пока не знаю. 2. Уже говорил, Том. 3. Да. 4. Не думаю. 1. Да. 2. Да. 3. Боюсь стать пельменем. Боюсь, боюсь. 4. Нет. 1. Да. 2. Нет. 3. Нет. 4. Нет такой. 5. Ды. 6. Нет. Летеобабус. 1. Это на каком языке? 2. Нет. Это другое. 3. Это никнейм. 4. Да. 5. Да. 8. На это у меня не было бы времени. 9. Уже говорил. 10. Не буду такого говорить. 11. Если б я такое делал, то я бы не был в состоянии делать видео. 12. Много каких. 13. Все на одном уровне. 1. Чекай мой ВК. 2. Уже говорил. 16. 3. Уже отвечал. На этом все. Как видите, вопросов вышло довольно много. Они были довольно интересными. Спасибо, что задавали вопросы. Всем удачи и пока.